Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео с вами хочу поговорить про танк ELC Event 90. Будем с ним знакомиться, я вам буду про него рассказывать свои впечатления и вообще мнение мое про этот танчик. Ну, для начала давайте познакомимся, что это вообще за ведерко такое. Это французский легкий танк 8 уровня. Какие у него плюсы и минусы? Плюс только один. У него лучшая маскировка на уровне. В принципе, на этом все из плюсов. Ну, разве что пушка выпускается хорошо, 9 градусов. По поводу маскировки. Танк имеет, без всяких там плюшек, маскировку 39%. Очень жесткую такую маскировку. Со всеми плюханами, там можно ее под полтинник догнать. Танк реально очень незаметный. Это да, это просто прикольно, интересно этим пользоваться, но с теми картами и боями, которые сейчас происходят в рандоме, эта маскировка, конечно, хорошо, но чаще нужно пользоваться другими вещами в бою, нежели маскировкой. А вот уже в других вещах этот танчик уже показывает себя крайне не очень. Маскировка — это как бонус какой-то, это приятно. Иногда можно раскрутить весь бой вокруг своей маскировки. Но это нужно, чтобы совпали такие моменты, как удачная карта, сколько союзных и вражеских ЛТ, живые, неживые, сколько их вообще в принципе в бою было. Есть возможность встать в хороший куст или нету, и в принципе очень много совпадений должно сойтись, чтобы вы смогли воспользоваться своей маскировкой. А чаще всего нужно пользоваться на ЛТ такими вещами, как удобная классная стабилизированная пушка, которой здесь нет, и подвижность, маневренность и, в принципе, обзор, чего здесь тоже всего этого нет. Таким образом, мы должны каждый бой плясать от параметров, которые у нас занижены, потому что у нас хорошая маскировка, и ждать того самого сокровенного боя, когда же нам выпадет карта, на которую мы сможем реализовать свою маскировку. Поиграв, помучившись на этом танке с ББшком и не особо упарываясь в голдовые расходники и голду, понял, что так играть просто невыносимо, и все это боль и бесит. Зарядил на этот танк побольше голды, до пайков, поставил сюда стабилизатор, просветленку, вентиляцию, экипаж 6 перков, до паёчек туда. И начал играть не так, как нам советует картошечка, а просто играть в свою игру, а это именно ехать и на хороших позициях разваливать врагов, именно нанося им много урона. При этом при всем немного это выглядело по-своему. Во-первых, танчик очень маленький, и это довольно-таки прикольно. В некоторых позициях разводишь очень легко врага на выстрел и очень легко спрятаться. Это мне понравилось. Но пушка очень мне не нравится. Не люблю нестабилизированные кривые пушки. Сведение 2,9, точность 0,38. Урон в минуту 1131. Пробитие 175, голдой 215, альфа 220. В принципе, альфа и пробитие меня устраивает. Вполне норм. А вот сведение и точность, и в принципе стабилизация просто отвратительные. Такое ощущение, что не на легком танке стреляешь, а на тяжелом. Радует, конечно, УВН и 9 градусов, но вверх пушка вообще не поднимается. Тоже косяк. Также про подвиж. Танк вроде бы едет 70, это почти лучшая максималка на 8 уровне среди ЛТ, только у бульдога 72, черного. Но опять же, удельная мощность 24, движочек слабенький, 160 мощность. Танк едет так себе. Конечно, это не средний и не тяжелый танк, но как для ЛТ едет он средний. Также еще управляемость. Управляемость просто от бога. Вы можете посмотреть, как я замечательно езжу на этом танке, это просто великолепно. Танк поворачивается как-то не очень, вроде 45 градусов, ну такое какое-то. Нажимаешь пробел, и он вроде бы на ручнике немного лучше поворачивает, но часто его как сильно развернет, или на кочках бывает, его там колбасит, просто жесть. Короче, управлять то еще удовольствие этим агрегатом. ХП у нашего кастрюльки 900, брони никакой нет, тупо фольгоний 15-10-10. Ну, в принципе, такое. Ну и обзор самый донный на 8 уровне 380. Радует, что у него не только у этой ЛТ 380 обзор на 8 левеле. Но опять же, что радоваться, если это днище по обзору.
Вот и получаем, что в качестве фармера я бы этот танк не рекомендовал. В качестве выполнения ЛБЗ, если у вас есть какой-то другой ЛТ, мне кажется, лучше на нем. Поскольку если у вас уже что-то есть, то нафига этот? Он очень тяжелый какой-то в применении. Очень требовательный к скиллу, очень требовательный к затратам по расходникам голдовым. Т-92 на самом деле мне понравился больше. Он какой-то более приятный. Этот не сильно приятный. В целом танк может, у него какой-то свой геймплей есть. Он отличается от Т-92. И вообще, в принципе, на этом ЛТ чувствуется другой геймплейчик. По-другому играется. Но нужен ли он, этот другой геймплейчик? Тем более на таких картах с такими боями, которые сейчас происходят в рандоме. Очень тяжело с таким долгим КД что-то изобразить. Если бы у этого танка стояла какая-то другая пушка, скорее всего, он бы мне понравился намного больше. Если бы сюда просто воткнули пушку от Т-92, мне кажется, я бы тупо радовался и играл бы на нем с удовольствием. Хоть там и альфа маленькая, но там есть точная стабилизация и скорострельность с ДПМчиком. Вероятность крайне мала, что все совпадет, и вы сможете на нем именно поиграть в какого-то пассивного светляка, который очень жестко светит. Да, у меня уже были за 5 часов моменты, когда я становился в откровенно дурацкий куст, в самый малюсенький посреди поля, и враги меня засвечивали только чуть ли не врезавшись в меня. Но опять же, даже если союзники видят этих врагов и как они светятся и ездят по полям, они не всегда в них стреляют. И хоть вы и заняли куст и все светите, союзникам бывает просто все равно. И они заняты там своими делами и катаются вокруг бугорочков, и им по тяге кататься там. Стрелять это дело не для них. Однозначно рекомендовать этот танк я не могу. Но могу сказать точно, кому этот танк зайдет. Скилловикам, которые не боятся зарядить на этот танк все там чуть ли не фул голдовое и тупо дамажить, ездить, и если есть возможность, то тогда можно и посветить. Поскольку играть тупо на светляка — это бредовый бред. Да, у вас иногда получится там стать в куст, но будет ли это эффективно и сколько вы боев проведете плохих, пока станете в этот куст, это просто жесть. Есть мнение, что на HD картах этот танчик заиграет лучше. Да, там кустов возможно будет больше, но пушка от этого точнее не станет. Я кривые пушки не люблю. Знаете, есть еще такое чувство, когда на восьмерке попадаешь против семерок или против шестерок. Ты чувствуешь, что твой танк реально мощный, и ты тупо едешь и ломаешь всем лица, причем налегке. На этом танке такого нет. Ты попадаешь к шестеркам, семеркам, и ты также себя чувствуешь ущербно, как и с десяткой. Решать вам. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.